нет, самый сок. Так что крымский зал, давай, встречай своих. Прыгаем рыбкой, получается бомбочка. Кто еще здесь при Союзе отыграл? По путевочкам, как положено. Сегодня наш весь этот зал сильнее, чем Армавир и армяне. Забавное тело в любом одеянии. Там юмор с горы из регионов, а наш колорит — это дети и жены. Павел, остановитесь! Ага, сейчас! Я один из команды, кто сюда без жены и детей приехал! Хрен я здесь остановлюсь! Рок-н-ролл! Ну, здравствуй, полуостров, в котором сейчас пол России! Привет! А вот никто не задумывался, а на самом деле Крым сам, самый настоящий турист. Ну, смотрите, сначала побывал в Греции, потом в Италии, потом в Турции, потом в Союзе, потом в Украине. И, наконец, вернулся домой. И как настоящий турист тратит намного больше, чем зарабатывает. А вообще в Крыму очень круто. Только единственное, не работают наши сим-карты, и мы остались без связи и без интернета. Ха? Ну чего опять? Они до меня еще и хрен дозвонятся! Акуна Матата! Что ж, друзья, продолжим. Говорят, я самый лучший. А вот он, я здесь! Ждал своего очереди. Нифига себе, Александр Васильевич КВН в Марии привез. Нифига себе, сколько у него бонусов. Спасибо. Так, Шахов, ты где ходишь? А ладно, не тарахти, я тебе шутку написал. Ну и? Шлеп. Это печь наоборот. Я так и думал, ладно, G-Drive, давайте, надо начинать мощно! А, погоди! Если мы сейчас здесь, в Крыму, выступим, нас не пустят в Украину. Ба! Ну сейчас-то что? Я теперь еще и к ее маме не поеду! Обожаю Крым! И для начала. Только российские мамы точно знают, когда юбка слишком короткая, а когда и без плавок бегать нормально. Ялта, пляж. Ну давай переодевайся. Ну, мам! Ой, да кто на тебя смотрит? Ну, мама, ну! Да кому ты там нужна? Опа! Сережа, ты что делаешь? А да кто на меня смотрит? Сережа! А да кому я нужен? Сережа! А сейчас перенесемся в клинику пластической хирургии. Ну-ка! Ну вот, другое дело! У меня только один вопрос. Зачем вы потратили 10 тысяч долларов, чтобы поменять своей жене глаза наоборот? Погоди, Ксюша, где лево? Там. Ну вот! Мне гораздо дешевле это, чем каждый раз ей новую машину покупать. Все, пошли домой. Направо? Люблю тебя! И снова вернемся на море, где многие из вас видели такие парочки. Коля, переодеться забыли. Самый необдуманный поступок на юге – это оставить мужа приглядывать за ребенком на пляже. О, пойду дыню куплю, ты за сыном смотри. Ага. Папа! Папа! О, сынок, у тебя все хорошо! Ну, купайся, купайся. Здорово, Серег. Здорово. Че, твоя тоже за дыню ушла? Ага. Папа! Ну все, я дыню купила.
Давайте кушайте, а потом пойдем в дельфинарий плавать с дельфинами. Мы уже плавали с дельфинами. Когда? Они нас только что на берег вытащили. Я убью тебя! Лето – время отдыха. И последние несколько лет мы с вами наблюдали, как Владимир Владимирович Путин то рыбачит, то собирает грибы. В общем, отдыхает, как обычный российский гражданин. А все россияне сейчас в Крыму. Итак, Крымский пляж. Море, море, мир без дом. Я же сказал, без вас побыть хочу. Простите, а здесь свободно? Ага, свободно сейчас в Египте, Таиланде. А здесь биточек. Прыгай сюда. Серега! Владимир. А, как Соловьев. Уважаю. Ну что, Владимир, много денег в Крыму оставил, а? Очень. А я вот сейчас на самоизоляции все деньги проел. А ты на что деньги тратил? На детей. Молоток. Много детей? Очень. А это, слышал, да, вылет три страны разрешили. Турция, Танзания, Великобритания. Но Великобритания, это понятно. Люди по детям соскучились. А вы не в курсе, кто конкретно? Ой, гляньте, уже дружка здесь себе какого-то нашел. Слушай, что ты начинаешь опять? Знаете, я, наверное, пойду. Да погоди, да не обращай ты на нее внимания. Она просто... Вот ты видишь, Марина, с тобой не то, что я. С тобой никто рядом находиться не может. В этом году исполняется 35 лет одному из самых любимых отечественных фильмов «Любовь и голуби». И все мы с вами помним эту сцену из этого фильма. То есть Василий прошел в дверь и сразу оказался там, где хотел. Согласитесь, на самоизоляции каждый из нас мечтал о такой двери. Друзья, и пусть сейчас это прозвучит банально, но мы бы тоже хотели себе такую дверь, которую можно открыть и выйти в полуфинал. Ну сейчас-то что? Даже домой заезжать не надо! Это мощно! Это джидра! Поехали! Изменения в природе происходят год от года, но последние полгода непогода, непогода. Ангина, не простуда, посерьезнее беда, полгода хотя.
никуда, никуда. Замазочный режим, но откладывать жизнь никак нельзя. И поэтому КВН приехал в Крым, чтобы играть для тебя и для себя. Сборная КВНщиков G-Drive, спасибо.